Я не оставляю попыток найти, так сказать, директорский автомобиль. И на этот раз у меня как бы есть Мерин, вот такой. Он, кстати, неплохой. Получше Бэхи, во всяком случае, управляется. Блин! Смотрите в зеркало. За мной едет колесо. Это пиздец, ребята. Тормоза, конечно, отстой. Спидометра как такового... Блять! Да пошел ты нахер. Сейчас, надо... Тормоза, конечно, отстой. Но вот я засмотрелся на это колесо. Авария раз. Раз авария. Спидометра нет. Это мне пикают уже. В принципе, я легковой, поэтому есть... Это мили, что ли? Ой, ёб твою. Вот это колбас. Расколбас, конечно, конкретный. Да, только, конечно, неплохо местами, но немного плохо видно. Не, вот тут нормально вообще. Ну, просто навигатор не очень хорошо видно. Может, пониже сесть? Вот так? Или, наоборот, повыше, чтобы габариты ощущать? Нет, это как бы руль. Можно поменьше. Руль не настраивается. Смотреть вниз надо. Почему здесь навигатор? Потому что... Иначе его не целиком видно. Так. Ну, что тут скажешь? Тачка мелкокалиберная. Ладно, нужно нанять кого-нибудь. Так, сейчас я... Так. Тут у чувака аж три специальности. Лучше ничего нет. Хорошо. Нанимаю его. В Брно. И вот на эту тачку. Вот, а это можно считать, что есть хороший автомобиль. Так, окей. Ну и нужно еще грузы. Есть мод на пассажиров, и его я буду тестировать позже. Вот, сегодня. Вот. А пока что у меня остается 2 часа до отдыха. Это мне как раз нужно время, чтобы доехать до гаража. Здесь неподалеку гараж в Лондоне. Вот у мой гараж. Вот он. Здесь 3 часа езды. Немного не успею, хотя можно и гнать, ведь это же легковушка. Попробую. Ну, короче говоря, поехал. Поехали в Лондон. Так. Если я не ошибаюсь, заднее колесо у этой хрени. Очень быстро разгоняется, это... И плохо тормозит. Это, конечно, следствие того, что это сделано на основе грузовика. Я понимаю. Но именно по этой причине... Чё за фигня, а? Именно по этой причине в ЕТС вообще такие проблемы с легковушками. О, блин, справа тоже колесо меня преследует. Вот эти преследующие колеса, это просто здец, ребятки. Это минус. Минус для этой тачки. Но немного лучше, чем Бэха. Ну, совсем чуть-чуть. А, мне нужно перестроиться сейчас. А я не вижу светофор вообще, то есть. Блин, ребята, вас не беспокоит, что меня колесо преследует, а? Как вы это вообще сделали?
Пиздец, конечно, полнейший. А, это в милях спидометр, оказывается. Я сейчас превышаю. Круиз-контроля нет? Нет, ну конечно, откуда? Ну, нет, немного приятнее, конечно, чем БХ. Совсем чуть-чуть. Ну, темноват все-таки салончик, темноват. Сейчас на шоссе выйти бы... А, сейчас. Так, для того, чтобы все шло хорошо, нужно геймплей настроить таким образом, чтобы ограничение было на... Ну, ладно. На легковой транспорт. Так, продолжаем. Надо доехать, а мне надо в магазин жрачку купить. Я вот не вижу на самом деле, какое ограничение здесь-то. Город Тридцатник? Тридцатник, вон там показано. Слушайте, нет, ну вообще... Вообще... О, блин, ДАФ. Слушайте, а зеркало-то мне зачем? Блин, я понял зачем, потому что здесь вообще дичь какая-то показывается. Лучше вот так. Так хотя бы я уже привык. Погнали. Слушайте, я чуть не понял, а за мной правда никого нет или зеркало глючит? В принципе, не я один так гоню. Вон там тоже чешут, как не пойми что. О, блин, спать охота. Ладно, до гаража доеду, там отдохну, а потом буду возвращаться в Брно с модом на пассажиров. Постепенно покатаюсь на этой бэхе. О, это Мерин. Да, это Мерин. Точно, он же даже это самое... Значок. Конечно, херово сделано. О, есть дворники. Всего вот 90. Вот я покупаю эти тачки для того, чтобы... Для того, чтобы... Ограничений, ездить без ограничений по скорости, а все равно ограничения по скорости сейчас. Так, настройки, геймплей. Так, настройки игры, легковой транспорт, Road Advisor. Ограничение скорости, вот, это мне нужен не Road Advisor, ограничение скорости. У Синджера вероятность осадков можно побольше. Трансмиссия, интенсивность торможения. Здесь вообще можно вот это поднастроить, но мне под грузовики настроено хорошо, поэтому неохота ничего менять. Так, амплитуда, камера. Так, задним ходом. Отслеживание поворотиков, раскачивание, амплитуда раскачивания. Блин, а как же... Так, а что тут? Нет, все не то. Это не дай бог. Что изменить? Там очень все хорошо настроено. Так, а вопрос... Вопрос такой. Как отключить... Это камера. Как отключить? Вот это. Ограничитель скорости.
Я забыл, в каком разделе это было, но для легковушек. Здесь без роут-адвизора довольно... Вот. Очень хорошо. А что, ограничения есть? До 80? Да ладно вам. А, я в Лондон. Оп. Да, есть ограничитель скорости, оказывается, сработал. Но это тоже не оверрайднули, когда делали мод. Ну, конечно, неплохо. Неплохо, конечно, но... Не понимаю, почему. 113, вот, пожалуйста. Ой, я случайно... Как-то она рулится кривовато. Главное, на грузовике не забыть вырубить. Вот, круиз-контроль даже работает. Правда, тоже глючно, но не так глючно, как на бэхе. Здесь что, 97 ограничений? Да вы что? Да вы что? Соточка. Пойдем на соточке. Ну вот, другое дело. Тут 113. Они так часто меняются, что неприятно нифига даже. 110 сейчас давай возьмем. То есть 116. Так, отлично, обгоняем. Я проеду, а колеса проедут, которые меня преследуют вот сейчас? Ой. Сейчас я... Простите, ой, простите, еще раз простите. Ой, простите, пожалуйста, ой. Да, очень, очень это самое, так сказать... Чего? Понял, простите. А куда мне? Сюда? Нет? Нет, мне не сюда. Посмотрим, как оно работает в случае аварии. Хорошо работает. Сейчас. Красота. Простите, а могу ли я перевернуться? Не могли бы вы меня... Блин, зачем я это сделал? Я не понимаю. Здесь, ладно, давайте эвакуатор. Куда меня доставим? Блин, 3 часа 51 минута, но я хоть отдохну. Куда, где я? В Лондоне? В общем, тачка неплохая. Это 100%, тачка неплохая. Ну, вот это вот, это было чисто не по сценарию, это просто хотел хоть немножечко посмотреть, как оно бывает. В Кембридже? Ну, близко довольно-таки. Хорошо. Ладно, все, поигрались и хватит. Теперь можно... у меня руль теперь восьмерит почему-то. Я не знаю, это как-то связано или нет, но... короче говоря, надо поехать уже в Лондон. Посмотрим, как оно будет работать в... Будет ли оно глохнуть? Так. Ну, проезжай. Не хочешь? Тогда я поеду. Чувак, у меня проблема. Извини, пожалуйста. Тормозная магистраль разрядилась. Ну, ты не видишь, у меня аварийка. Я задремал? Да ладно вам. Тачку расколочу, конечно, она будет как бэушная. А, не понял, тут еще с передачами такая
такая тема. Как Жигуль идет сломанный. Блять, а да вы что? Вот она как бэха, она начинает разгоняться только когда в носу перед носом кто-то есть. Да я знаю, что низкая. Твою мать, а? Зачем я там в аварию попал? Доехал бы спокойненько. Кажется, зарядили магистраль. Но я задремал. О, коп, она сейчас отлично разгонится, тачка. Никакой индикации, вообще ничего. В копа она разгоняется хорошо. В копа вообще легковушки хорошо разгоняются. Поехали. Но довольно плохо поехали. А здесь причина в чем? Причина в том, что она почему-то перестала рулиться. Я так понимаю, это следствие аварии? Достал этот звук. Тачка не доедет, что-то мне подсказывает. А, блинчика, там даже эмуляция аккумулятора есть, отлично. И ключи. И почему-то я не пойму, но... Не пойму почему, но почему-то... Пропала стрелочка спидометра. Так, в общем, желание пошиковать как бы плохо сказалось на моем финансовом состоянии. А, тут круиз-контроль работает, но он как-то очень бешено работает, так 90. Видимо, стрелочка спидометра отвалилась во время аварии. Вот терпеть не могу легковушки в ЕТС. Это просто пиздец. Вообще, как на тракторе, ничего, ничего вообще нет. Блядь! Что случилось? О, а я хорошо еду. Только я, по-моему, там дальше не проеду. Надо немножечко, это самое, немножечко вернуться, так сказать, на маршрут. Блять. Ой, простите, я еще и на встречку выехал. Подождите, а куда мне надо? А, я понял. Так. Мне вон туда, пожалуйста. Двигатель неисправен. О, отлично, значит, это есть. Да? Заглухли? Ключ даже вертится, офигеть. И лампочка «Проверьте двигатель» есть. Это хорошая тачка. Конечно, исключая наличие двух колес, которые преследуют меня сзади. Как хорошо. А почему у них знаки кривые стали в последнее время? Чувак, я не засыпаю, у меня все в порядке.
До Лондона всего часочек. Что там подумаешь? С неисправным двигателем будет интереснее ехать. Просто я так долго... Я, в общем, долго довольно затрачиваю целый год в ЕТС. Соответственно, научился уже довольно хорошо всем этим управлять. И как бы на грузовиках вообще просто шикарно. Но их жалко переворачивать. Я не знаю, почему они так хорошо отрисованы здесь. Их прям... Я к ним отношусь как к настоящим. Настоящей тачки-то у меня нет. Вот. А легковушки можно подолбить. Тем более, что их разработчики этих легковушек делают их спустя рукава. Вот. Поэтому... Пиздец полный. Все нормально. Надо еще подразогнаться, а то что-то как слишком просто. Дай-ка я перестроюсь. Вот, а так, со сломанным двигателем, мне это Жигуленок напоминает. Отцовский. Я не засыпаю, я не сплю, все хорошо. Слушайте, можно привыкнуть, если, конечно, навигатор держать открытым. Ой. Да ничего так. Надо немножко сбросить. Даже круиз-контролем можно управлять более или менее. Конечно, не газ, тормоз, а круиз-контроль, но... Тем не менее, неплохо. Надо еще сбросить, это что-то... Да ладно тебе! Ёлки-палки! Ой, это береза. Я даже не заглох. Тягач нуждается в срочном ремонте? Да ладно тебе, нормально, прорвемся. А где я? Понятно. Что это такая пыль? Круто. Ой, только мне надо вперед включить, так сказать, передачу. Да ну тебя нафиг, а я просто пытаюсь сделать из этого что-то более реалистичное. Типа автомобиля? Нет, это гораздо лучше Бэхи. Честно, прям вообще хорошо. Конечно, я это раздолбил, пропала стрелочка спидометра. Но что поделаешь, так, а время? 16 часов 1 минута. О, смотрите-ка. Ничего не случилось даже. Перестроюсь. Так. Какое красивое небо, смотрите. Да, красиво. Проверьте двигатель. А нафиг надо? Так, я перестроюсь, пожалуй, вот сюда. Я не засыпаю. Ты видишь, я нормально. Все хорошо. Круиз-контроль как-то ему вообще пофиг, по-моему. Да, местами по... я понял, в чем дело. Дело в отсутствующем ретардере. Поэтому тормозами все-таки нужно пользоваться. Но газ-тормоз довольно херово работает здесь. Все-таки легковушка... Нет, эта легковушка лучше, чем... О, 97, как это... О, я во что-то долбанулся, а все равно пошел ехать. Хорошо. Ой, сейчас, секунду, у меня мышь уехала. Блин, я как школьник веду. Честно, ты ёб твою, а? Но просто будет реалистичней, когда оно будет глохнуть. Потому что оно херово сделано автором этого мода, адаптировано отстойно. Тормозимся. Здесь же есть текущая скорость, есть, оказывается. Здесь нет
показаний круиз-контроля, но есть текущая скорость. Отлично, город. О, может, даже фары есть. И дальний свет. Неплохо, неплохо. А мой гараж, он вон. Вот мой гараж! О, странно, почему меня не штрафанули. Ну ладно, надо отдохнуть, а потом пассажиров погонять. Встречай директора. О, ой. Очень реалистично, очень прям реалистично, мне нравится. Он будет глохнуть теперь. Как и настоящая модель. Если бы мододел также мододелил бы. Мододел. Недоделанный. Нет, я, конечно, даже так не могу сделать, но в любом случае, что-то в этом есть. Нормально. В общем, жить можно с этим. Хотя бы можно ездить. И ограничения можно снимать, оказывается. О, вертолет, ничего себе. Там вертолет. Вот можно, значит, снимать ограничения. Это связано не с тачкой, но бэха была ужасная. Она разгонялась только когда впереди кто-то был и разгонялась с места до соточки, несмотря на ограничения. В общем, это лучше, да. Признаю, это действительно лучше. В следующей серии повозим пассажиров. Пока.